Om namo bhagavate vasudevaya.
Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jaya Mudiraya Nasta Praeshu Vabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki Svadhamo Pagate Dharma Jnana Dibi Saha Kalo Nishtam Drishantisha Puranato Drano Drataha. We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 7, Son of Drona Punished, text number 38. Так, читаем, продолжаем читать первую песню Шримад Бхагаватам. Седьмая глава, наказание сына Дрона, текст номер 38. Pratishrutam cha bhavata Panchalyai shenvato mama Aharishye shirastasya Yaste manini putraha Pratishrutam cha bhavata Panchalyai shinvato mama Aharishye shirastasya Yaste manini putraha Pratishrutam cha bhavata Panchalyai shinvato mama Aharishye shirastasya Yaste manini putraha Pratishrutam cha bhavata Panchalyai shinvato mama Aharishye shirastasya Yaste manini putraha Pratishrutam обещано Ча и Бавата тобой. Панчальяй. Дочери царя Панчалы Драупади. Шинвата, что слышал? Мама, я лично. Ахаришье, я должен принести. Шира, голову. Тася, его. Я, который, ты, твоих. Манини считается. Путраха, убийцы сыновей. Более того, я сам слышал, как ты обещал Драупаде, что принесешь ей голову убийцы ее сыновей. There's no purport. We'll read the next verse. Нет комментария. Дальше читаем. Tad asau vadyatam papa atad avyatman banduha bhaktascha viprayam vira kritavan kulapamsana. Translation. Этот человек веролобно убил членов твоей семьи, но это еще не все. Своим поступком он вызвал недовольство и своего господина.
Он представляет собой лишь сгоревшие останки своей семьи. Убей его немедленно. Комментарий Шрилы Прабхупады. В этом стихе сына Дроначари с осуждением называют сгоревшими останками семьи. Дроначари уважали все. Несмотря на то, что он присоединился к лагерю врагов, пандавы всегда испытывали к нему уважение, и Арджуна почтительно приветствовал его перед началом битвы. В этом не было ничего плохого. Но сын Дроначари пал, совершив поступки, которых никогда не совершают двиджи, дважды рожденные, принадлежащие к высшим кастам. Ашватхама, сын Дроначари, совершил преступление, убив 5 сыновей Драупади, когда они спали, чем вызвал недовольство даже своего господина Дурьятханы, который не одобрил гнусного убийства 5 спящих сыновей пандавов. Таким образом, Ашватхама совершил нападение на членов семьи Арджуны и поэтому должен был понести наказание от него. Шастры осуждают на смерть всякого, кто нападает без предупреждения, убивает сзади, поджигает чужой дом или похищает чужую жену. Кришна напомнил об этом Арджуне, чтобы тот принял это во внимание и сделал то, что необходимо было сделать. Кимирандасья Гьянанджана Чалакая Чакшурмилитам Ена Тасмай Шри Гураве Намаха Чакалпатарубьяща Крипасинтхувеевача Патитам Паванибьо Вайшнавибьо Наму Намаха Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гора Бхактавринда Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе 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 Рама, Рама Рама, Харе Харе. Lord Krishna is instructing Arjuna in how to deal with Ashwatthama, the son of Dronacharya. Итак, здесь Господь Кришна продолжает наставлять Арджуну в том, как ему поступить с Ашватхамой. Krishna is giving very strong statements to encourage Arjuna to deal with Ashwatthama in a very firm way. In fact, Krishna wants Ashwatthama to be killed, it seems. И похоже, Кришна хочет, чтобы Арджуна убил Ашватхаму, ибо он приводит ему очень сильные доводы, такие сурово звучащие в пользу этого. He says that you have promised Draupadi that you would bring him for punishment and that you would satisfy her because her 5 sons had been killed by this man. Он говорит, ты обещал же Драупаде привести его, чтобы подвергнуть наказание за убийство твоих 5 сыновей. In order to satisfy Draupadi, the whole battle of Kurukshetra took place. Ведь чтобы удовлетворить Драупаде, фактически вся битва на Курукшетре произошла. Draupadi vowed she would not tie her hair up until she could wash her hair with the blood of the man who untied her hair. Она же дала обет, что не завяжет свои волосы, пока не омоет их кровью этого человека, который заставил распустить их ее. So Arjuna is being given these instructions by Krishna, and Prabhupada says he says there are statements in the Shastra to support the killing of a person who does harm to you. И Кришна здесь, Арджуна выслушивает здесь аргументы Кришны, и Прабхупада говорит, вот в Шастрах есть, и приводит их,
есть утверждение о том, что нужно убить того, кто пытается вас убить. Prabhupada quotes some statements from the Shastra to say that if somebody attacks you from behind, then you can kill him. Прабхупада цитирует Шастру, говоря, что, вот, например, если кто-то на вас сзади нападает, то его можно убить. Yeah, to attack a person from behind is unfair. It does not give a person a proper chance to defend himself. Ведь это... Kshatriya would never fight like that. Ведь это полностью несправедливо нападать на другого сзади, ибо вы не даете никакого шанса защищаться такому человеку, на которого нападаете. И кшатрия так никогда бы не поступил. And it also says, Prabhupada also quotes, if you attack someone without warning, without notice, without telling them that you're going to come to fight them, then this is also unfair. Также, если вы нападаете на того без предупреждения, не дав ему подготовиться, то это тоже несправедливо. You should give people a chance. A kshatriya wants to fight fairly. То есть кшатрии сражались полностью как бы на равных, по справедливости, честно, не давали другому шанс подготовиться. If somebody is on foot, then you should fight them on foot. Если кто-то, допустим, пешком, без колесницы, то и вы должны сражаться так же. If someone has no weapon, then you should fight without weapons. Если у кого-то, у противника нет оружия, то и вы должны без оружия с ним сражаться. A kshatriya wants to fight on an equal level. То есть кшатрии сражались в равных условиях. But if you take unfair advantage of your enemy to kill them, then this is very sinful. Но если вы как раз какое-то преимущество себе создавали перед врагом, то это было очень греховным. And you can be killed for this. И вас можно за это убить. And Prabhupada also quotes some other thing. If you set fire to someone's home, then you should be killed for that. И также дальше Прабхупада перечисляет, если поджигаете чей-то дом, тоже за это вас можно убить. Of course, the Pandavas, their home was set on fire one time. They were living in a house which was built of shellac, and that shellac burns very easily. Вот так с Пандавами произошло. Однажды им дом подожгли, который был построен из шеллака, который загорается очень быстро. So, if somebody takes your wife away, you can also kill that person. Или если кто-то вашу жену похищает, такого человека тоже можно убить. И с Пандавами все проделали эти виды несправедливости. If somebody gives poison, then that person should also be killed. Или если кому-то дают яд, такой убийца тоже заслуживает смерти. They had given Bhima poison. They've given Bhima a cake full of poison. Такое проделали с Бхимой, ему дали пирог полный яда. And they've taken the wife of the Pandavas. They've taken Draupadi and tried to disrobe her. И они забирали Драупади, пытались раздеть ее. So this is why the Pandavas were, well, this is one reason why the Pandavas were at war with the Kauravas. Вот это одна из причин, почему Пандавы развязали войну с Кауравами. But still Arjuna would argue with Krishna and say, no, it's sinful if we kill these people, although they're our enemy, but they're worthy of our worship. Но Арджуна потом перед самым началом этой битвы возражал, говорил, что ну это греховно, ведь эти люди все равно, мы не должны их убивать. So we should understand there are many different statements in the scripture. То есть нужно понять, что в шастрах есть множество разных утверждений. And you have to consider what level of the scriptures are you going to act on. И вам нужно понять, на каком уровне этих предписаний вы будете действовать.
just like killing your enemy if they take your money or take your wife. This is on the level of Artha Shastra. This is shastras which are concerned with your own economic development. Например, писания, которые описывают артху, ваше экономическое благополучие, они предписывают убить того, кто забирает либо вашу жену, либо ваш кошелек. But when Arjuna was declining to fight, Arjuna was saying that sin will overcome us if we kill him. Arjuna is speaking more about Dharma Shastra than about Artha Shastra. Но Арджуна говорит с точки зрения Дарма Шастр, что вот мы убьем своих родственников, это очень греховно. You can't just simply say, it says it in the Shastra, Prabhu. То есть нельзя вот просто такой фразой кидаться. Так в шастрах Прабху сказано. In the Shastra it says, somebody takes my wife, I can kill them. В шастрах сказано, если кто-то мою жену похитил, я могу его убить. But that's Artha Shastra. Это в Артха Шастрах. If you go, if you kill somebody who's taking your wife, you'll be taken to court as a murderer. Если, например, you mean in nowadays? Yeah. И сейчас, например, если вы кого-то убьете, кто похитил вашу жену, то вас в суд приволокут и будут судить как убийцу. You may tell the judge he took my wife. The judge will say I didn't give you a right to kill him. Вы скажете судье, но он же похитил мою жену. А судья скажет, я вам никакого права не давал убивать его при этом. You say, no, it said it in the Shastras. Вы скажете, но это же в шастрах сказано. But the judge will say, well, we're not following these Shastras. These are not the codes which we base our government on. А судья скажет, ну мы вообще этим шастрам не следуем, и это не те законы, по которым мы построили свое государство. We have to understand there are shastras for different kinds of people and they're on different levels. То есть есть шастры для разных людей, находящихся на разных уровнях. Just like when Lord Chaitanya was talking with the Chankasi, there was discussion about cow killing. Например, когда Господь Чайтанья разговаривал с Чанкази, они обсуждали убийство коров. Lord Chaitanya was telling the Chankasi, you know, you Muslims, you kill all these cows. It's very wrong. И Господь Чайтанья сказал, вы мусульмане убиваете коров. Это же очень греховно. And Lord Chaitanya, and the Chankasi said, well, in your scriptures, you also have killing of cows. You have animal sacrifice. А Чанкази парировал, сказав. Но в ваших писаниях есть предписание жертвоприношения коров. Вы сами их убиваете. But Lord Chaitanya quoted a verse from the scriptures, which says it's not allowed in the Kali Yuga. И тогда Господь Чайтанья опять шастру процитировал, которое сказано, что это в Кали-Югу запрещено жертвоприношение коров. Five activities which are prohibited in Kali-Yuga. Есть пять запрещенных видов деятельности в Кали-Югу. Ашвамедам кавалампьям саньясам палипайтракам. I can't remember all the verse, but these are some. Ашвамедам means the horse sacrifice. Итак, Гавамедам means the cow sacrifice. Итак, запрещено жертвоприношение коня, жертвоприношение коровы. Then taking of sannyas. Принятие саньясы. An offering of flesh to the forefathers. Подношение плоти убитых животных предкам. Or begetting a child in the womb of your brother's wife. И зачатие ребенка в чреве жены своего брата. These things are all prohibited in the Kali Yuga. В Кали-Югу вот эти пять вещей запрещены. So we may wonder, well, sannyas is prohibited in the Kali Yuga. Why did Lord Chaitanya take sannyas? И мы можем удивиться, если саньяса запрещена в Кали-Югу, почему же сам Господь Чайтанья принял саньясу? We know that Lord Chaitanya quoted this verse to the Chankasi. But later on, a few years later, Lord Chaitanya took sannyas himself.
Ибо Господь Читания вот процитировал этот стих Чандакази, а сам через несколько лет принял саньясу. Получается, Господь Читания нарушил предписание Писаний, приняв саньясу. We have to understand that there are scriptures on different levels for different kinds of people. Но нужно понять, что есть писания различных уровней для разных людей. When Lord Chaitanya quoted this verse is from one of the Puranas, which is for people who are more in the mode of ignorance. Вот этот стих о запрете пяти видов деятельности, он из одной из Пураны, которая обращена к людям, находящимся в гуне невежества. So people in the mode of ignorance are not supposed to take sannyasa. Вот люди в невежестве не должны принимать саньясу. But sannyasa is meant for people who are brahminical, who are under, who are brahmins and who are who have cultivated the mode of goodness. Но люди, находящиеся в благости, брахманической природы, культивирующие эту благость, они могут принимать саньясу. And we see all the acharyas in the line, in the Vaishnava acharyas, they all took sannyas. И мы видим, что все ачарьи в нашей цепи ученической преемственности, они принимали саньясу. Shankaracharya took sannyas when he was a young boy. Шанкарачарья, например, принял саньясу, будучи молодым, маленьким мальчиком фактически. Рамануджачарья, Мадхвачарья. Рамануджачарья, Мадхвачарья. Бхактисиддханта Сарасвати. Бхактисиддханта Сарасвати. Шрила Прабхупада. Шрила Прабхупада. Would they act against the scriptures? Они что, нарушали все писания? No, they were showing an example for people. Нет, они действовали, показывая пример людям. So that we have to learn how to apply the scriptures. It's not that you can just take any verse from the scriptures and apply everything. И таким образом мы должны учиться тому, как применять Писание в своей жизни, а не так, что мы берем любой стих из любого места из Писания и его пытаемся применить. Ибо в Писаниях мы найдем множество внешне противоречивых утверждений. И их необходимо прояснить с помощью ачарий и духовных учителей писаний. We see Srila Prabhupada made some adjustments in introducing Krishna consciousness to the world. Мы видим, например, как сам Шрила Прабхупада какие-то делал необходимые изменения, чтобы представить сознание Кришны всему миру. Srila Prabhupada, for example, allowed women to take up Krishna consciousness. He allowed women even to do service in the temple, and he allowed women even sometimes to worship the deities. Например, Шрила Прабхупада позволял женщинам служить в храме, заниматься видными разными служениями и даже совершать пуджу божествам. Now, usually in the Vedic culture, women were not given this kind of facility. Обычно в ведической культуре женщинам такие возможности не предоставляются. But Srila Prabhupada made these adjustments. Но Прабхупада вот так все подстроил под обстоятельства. Sometimes people would criticize Srila Prabhupada for this. И иногда люди критиковали Шрилу Прабхупаду за это. Srila Prabhupada also allowed people from who were not born in Hindu families, people from outside of India, to be given the Brahmin thread, to be initiated as Brahmanas, and even to be given the title as Swami or Goswami. И также Прабхупада предоставлял людям, не родившимся в Индии, возможность получить брахманическое посвящение, шнур носить и даже принимать такой титул, как Свами или Госвами. People criticized this thing. И это тоже критиковали. They said these people are not qualified, they're all low-born, they have no good karma. Говоря, что это люди неквалифицированы, у них очень плохая карма, очень низкое рождение. But Srila Prabhupada would quote back that everyone has the right to practice Krishna consciousness,
just as everyone has a right to take a bath in the winter time. Но Прабхупада цитировал Писание, говоря, что любой имеет право заниматься преданным служением, принять сознание Кришны, так же, как и любой имеет право совершать омовение зимой. Lord Krishna says in the Bhagavad Gita about women, he says, Striyo vaishas tata sudra tepi yanti paramgatim. That even though they be of lower birth, like Striya, women, vaishas and sudra, but still they can approach the supreme destination. И Прабхупада цитировал Кришну в Бхагавад-гите, который говорит «Стрия вайша стата шудра», что даже женщины, вайши и шудры могут принять сознание Кришны и достичь высшего назначения. And he would quote also the, a verse from the scriptures, which says that just as bell metal can be transformed into gold by the alchemical process, in the same way, anyone who is properly trained and initiated by a bona fide spiritual master can become a Brahman. И также Прабхупада цитировал стих Писания, где говорится, что так же, как колокольный металл с помощью алхимии можно превратить в золото, то же самое любой человек с помощью посвящения может быть превращен в брахмана. There were often some complaints or criticism that Srila Prabhupada has done things differently, he's not doing according to Shastra. И так иногда вот были такие жалобы, критика, что Прабхупада не действует в соответствии с шастрами. But there are many shastras. Which shastra? We have to understand. Но шастр-то много. Какие вы имеете в виду шастры, что он не следует? Some other controversial things. For example, we see that we often do Prabhupada's Guru Puja in front of the deities. Или еще вот такая, казалось бы, противоречивая вещь. Мы проводим Гуру Пуджу, поклонение Прабхупаде перед божествами. And people would, it's stated in the Nectar of Devotion, you can see that we're not supposed to worship somebody in front of the deity. Но в Нектаре преданности сказано, что нельзя никому поклоняться перед божествами. But Srila Prabhupada allowed it. Но Прабхупада разрешал. And when devotees asked him about it, he would say, well, it's in the mood of spontaneous devotion that the devotees are enthusiastic to do like this. Прабхупада отвечал на это, говоря, что это находится в линии спонтанного уже преданного служения, когда преданные вдохновлены естественным образом так поступать. We have to understand the pure devotee understands how to please Krishna. Нужно понять, что чистый преданный понимает, как доставить удовольствие Кришне. And Krishna is pleased when he sees his devotees worship. А Кришне нравится, когда и поклоняются его преданному. I was saying the other day how Krishna gave a benediction, a blessing to Lord Shiva, that his temples and his devotees would be more than those of Krishna. Вот на днях мы обсуждали, что сам Кришна дал благословение Господу Шиве, что преданных Шивы будет больше, чем преданных Кришны. And Krishna also told Uddhava, if someone says he is my devotee, he's not my devotee. He must be a devotee of my devotee. И сам Кришна говорит Удхаве, что если кто-то говорит, что он мой преданный, он не мой преданный, он должен быть преданным моего преданного. So we have to understand the scriptures in the proper way with the guidance of the spiritual teacher. Таким образом, Писание нужно понимать правильно с помощью пояснений, исходящих от духовных учителей. There's a verse in the Mahabharata, which is stated in the Chaitanya Charitamrita, which describes that the statements of the scriptures are contradictory. Лорд Чайтанья, вот. It's a verse. Есть такой стих знаменитый из Махабхараты, что утверждения Писаний противоречивы.
it says that the statements of the scriptures are contradictory, and the rishis who speculate on the absolute truth will always come to different opinions. Риши, которые мудрецы, понимающие абсолютную истину, они также у них разные мнения на разные вещи. And dry arguments will never come to any conclusion. А сухие логические утверждения, выводы никогда не приведут нас к окончательному выводу. Тако пратишта шутайо вибина на саври решир яша на там бенин. На саври решир яша матам напхинам. Матам напхинам. Дармашья тадвам нитам гуаям махаджано йена гета сапанта. That the conclusion of the scriptures is hidden in the hearts of the pure devotees. Заключение, которое необходимо нам, писание, окончательный вывод, он скрыт, оно скрыто в сердцах великих преданных. And one can understand this absolute truth simply by following in the footsteps of the Mahajans. И человек может понять эти окончательные выводы писаний, следуя по стопам Махаджан, великих авторитетов. So we have to understand everything by following in the footsteps of these Mahajans. Итак, все необходимо понимать, следуя по стопам Махаджан. Krishna is telling Arjuna, he's pointing out all the defects in this Ashwatthama. Итак, Кришна указывает здесь на все Арджуне, на все недостатки, которые допустил, ошибки допустил Ашватхама. At the same time, Ashwatthama is the son of a brahmana, not an ordinary brahmana, but a very powerful brahmana. И в то же время Ашватхама сын брахмана, и не простого брахмана, а очень могущественного. And Dronacharya, the father, Ashwatthama's father, Dronacharya, was the guru of Arjuna and the Pandavas and the Kauravas. И при этом Дроначарья, этот могущественный брахмана, он является еще и учителем Арджуны, Кауравов и всех. And although they were fighting as enemies, but still Prabhupada says here how Arjuna would salute Drona out of respect. И хотя они как были на противоположных сторонах, тем не менее Прабхупада упоминает, что перед началом битвы Арджуна выразил свое почтение Дроначарье. But still they killed Drona by unfair means. They used a trick to kill Drona. Тем не менее Дрона был убит Арджуной, ну вообще пандавами, при применении хитрости, то есть нечестным способом. Because they knew Drona was very attached to his son Ashwatthama. He only had one son. Они знали все, что Дрона был очень привязан к своему единственному сыну Ашватхаме и очень любил его. So they told Krishna, said, you have to tell him his son is dead. И Кришна им поэтому сказал, вы должны ему сказать, что его сын убит. So, and Maharaj Yudhisthira didn't want to lie. So they had to arrange, they had to kill some elephant named the same as Drona's named Ashwatthama. И Юдхиштхира отказался сказать это, солгать, что Ашватхама убит, тот был жив еще. И тогда им пришлось организовать убийство слона, которого тоже звали Ашватхама. And then they said, Ashwatthama's dead. And then when Drona heard this, then Drona thought, my son is dead. Then he thought, then there's no reason to fight anymore. И только тогда Юдхиштхира провозгласил, что Ашватхама убит. И когда Дрона услышал это, то он потерял всякий энтузиазм сражаться дальше. And while he was in Samadhi, so there's no need to fight anymore, so he stopped fighting, he sat down, and he took Samadhi, he entered into Samadhi. И так он остановился, перестал сражаться и погрузился в самадхи. And while he was in Samadhi, then
the one who was born to kill Drona came and killed him. И пока он находился в этом состоянии самадхи, тот, кто был рожден убить Дрону, он так и сделал. Right, Дриштадюмна. Это был Дриштадюмна. Right. When Draupada performed the fire sacrifice, Draupada wanted to get somebody to kill Drona. Ибо в свое время Драупада, царь, совершил жертвоприношение для того, чтобы обрести сына, который сможет убить Дроначарью. И он получил такого сына и также дочь. Дриштадюмна и Драупади. So Дриштадюмна came while Дрона was in Самади and cut off his. И Дриштадюмна как раз подскочил к Дроначарье, когда тот был в Самадхи, и снес ему голову. It was not very proper. Что было само по себе не очень-то правильно. But they were not very fair when they killed Abhimanyu. Но сам Дроначарья тоже не был достаточно благороден, когда убивали Абхиманию. In the beginning they were fighting according to the Kshatriya codes. Сначала они все сражались, следуя всем правилам кшатриев. But then they killed Abhimanyu in the unfair way. Но потом они убили Абхиманию нечестным способом. Unfair. There were 7 or 8 powerful Maharatis all surrounding Abhimanyu. Нечестным, потому что 7 или 8 могущественных Махарат окружили одного единственного Абхиманию. They did not give him a fair fight. И битва была, естественно, несправедливой. So because they killed Abhimanyu in that unfair way, so then the Pandavas also began to fight unfair way. И поскольку, как говорится, они первые начали так поступать, то и Пандавы получили так моральное право с ними также поступать нечестно. Арджуна killed Карна. Арджуна, например, как Карну убил? Карна's chariot got stuck in the mud. And Karna was saying, "This is not fair. My chariot is stuck in the mud." But they said, "You were not fair to Abhimanyu. There was no mercy for Abhimanyu. There will be no mercy now." И, например, Карна колесница застряла в грязи, и в это время Арджуна уже собрался его убить, и Карна возражал ему, говорят, "Это же нечестно. Я вне колесницы." А Арджуна ему это сказал: "И ты нечестно убивал Абхиманю, поэтому я и милости к нему не проявлял, и к тебе сейчас милости не будет", и убил его. And then at the end of the battle, then Ashwatthama came in the night, killed the sons of Draupadi. И точно так же в конце уже битвы ночью от Ашватхама пришел и убил спящих сыновей Драупади. And he thought Duryodhan would be pleased with him. И при этом думал, что Дурьядхана будет им доволен. But Duryodhan was shocked. He was disgusted. He thought, "What? You did such a terrible thing. How could you do such a terrible?" Но Дурьядхана был очень разочарован, в шоке буквально. Он был очень недоволен. Как ты совершил такой ужасный поступок? So generally we think of Duryodhan as not being very good person, being a very bad person. But he did not appreciate Ashwatthama. Act of killing the sons of Draupadi. Обычно мы про Дурьядхану думаем как о таком плохом, очень нехорошем человеке, но даже он очень не одобрил ужасного, гнусного поступка Ашватхамы, который убил спящих сыновей Драупади. So this is the nature of war. It brings out all the bad things in people. Такова природа войны, она вытаскивает из людей все самое отвратительное. So Krishna, anyway, Ashwatthama has to be dealt with, he has to be punished. Итак, Ашватхаму необходимо было наказать. He should be killed. Его необходимо было казнить, убить. But at the same time, we will hear. There are other considerations. И в то же время дальше мы будем видеть, есть и другие соображения на этот счет. Draupadi will
speak on his behalf. Друпади как бы будет заступаться за него. She will say, I have lost my sons. I don't want Drona's wife to also lose her son. Она скажет, я потеряла своих сыновей, и я не хочу, чтобы жена Дроначари потеряла своего единственного сына. When we suffer ourselves, then we don't like to, a good person will not like to see other people suffering. Хороший человек, страдая сам, не хочет, чтобы другие переживали такие же страдания. But at the same time, some punishment has to be there. И в то же время какое-то наказание должно быть. Because Ashwatthama has done a terrible thing. Ибо Ашватхама совершил ужасный поступок. Okay, any questions? Есть ли вопросы у вас? Вот, какие писания относятся к дхармашастрам, какие к артхашастрам и каких людей они касаются? Can you name in particular which shastra is considered like artha shastra and which is dharma shastra and to what kind of people, what class of people we are, how to say, approach? Well, but artha shastra, we said, in artha shastra it says if somebody sets fire to your house or steals your wife or takes your wealth, then you can kill them. This is the statements of the Arthashastra. Mm-hmm. Arthashastra вот говорят, что если кто-то убивает, поджигает дом, жену похищает, вот такие утверждения из Arthashastra. But on the higher level, this Dharma Shastra, where we will have compassion, we will feel, we will consider for the benefit of others, for their well-being, for their care. Но дхарма шастры взывают как бы к более высоким вещам, к состраданию к людям, к заботе о их благе. Actions which are more in the mode of goodness, you know, like a brahmana will be more compassionate. Someone does wrong, then somebody act on the level of Dharma Shastra, they will feel that, oh, the person did wrong, he must have had maybe he did not get education, we should try to reform them. То есть дхармашастры обращены к людям таким брахманической природы, когда такие люди понимают, что да, кто-то совершил какой-то дурной поступок, но, может быть, это было вследствие его необразованности. То есть в человеке как бы пробуждается благодаря дхармашастрам такое большее сострадание и понимание к людям. Дхармашастра would be thinking more about how to change the character of the person to improve it, not just simply punishing. То есть дхармашастры озабочены тем, что гораздо лучше каким-то образом попытаться изменить характер человека, чем просто наказывать его. The highest dharma would be to give them Krishna consciousness. И высочайшей дхармой было бы дать такому человеку, вообще всем, сознание Кришны. Just like Srila Prabhupada was traveling in America and he saw the headlines in one magazine that said crime and what to do. There was so much problem about crime in America and the government were thinking, what is the solution? Как вот Прабхупада, путешествуя, проповедуя по Америке, он увидел заголовок в газете «Преступность, почему она возникает и что же нам с этим делать?» И правительство там выказывало озабоченность этой проблемой. Just having more severe punishment and putting people into prison for a longer time or bigger fines was not solving the crime problem.
Ибо было уже понятно, что просто наказывать людей, ужесточая их, как бы увеличивая сроки их заключения или увеличивая штрафы, это не помогает остановить преступность. And so Prabhupada said, we have the solution. So when Prabhupada came to, I think it was Chicago or else Detroit, he arranged for the head of the police department to come and meet Srila Prabhupada. Вот, но Прабхупада говорил, у нас есть решение этой проблемы. Вот в Чикаго к нему пришел как раз сотрудник департамента полиции поговорить на эту тему. And Srila Prabhupada was explaining to this head of the police department how Krishna consciousness could work very effectively in solving the crime problem. Прабхупада ему объяснял, что сознание Кришны может быть чрезвычайно эффективным в разрешении этой проблемы преступности. And Prabhupada said, our program will be that we will bring the people together and we will have chanting of the holy name, we will have kirtan, and we will have prasadam, and we will explain basic Krishna conscious philosophy. Мы, Прабхупада говорил, можем собирать людей, петь вместе с ними киртан, потом вкушать прасад и обсуждать философию. And by this program, people will be reformed. People will change their character. И благодаря такой программе люди будут меняться, и характер будет улучшаться. And Prabhupada said, your government should support us. You should provide us money and facilities, and we will help you to solve the crime problem. И Прабхупада говорил, и поэтому правительство ваше должно помогать нам, давать нам какие-то деньги для этого. А мы вам поможем избавиться от этой проблемы. Actually, it's a fact that Krishna consciousness can change the character of people. И это же факт. Сознание Кришны способно менять характер людей. By practicing these devotional activities, hearing, chanting, and eating sanctified foodstuff, people will be reformed. Факт в том, что люди меняются, когда они слушают, повторяют о Кришне и едят освященную пищу. So, Prabhupada has a solution to solve these all of the problems of the world. То есть у Прабхупады было решение всех проблем мира. Actually, any of us, any devotee, we know how to solve all these problems which are there in the modern society. And the solution is Krishna consciousness. И мы вот мы все благодаря Прабхупаде также знаем, как решить все проблемы современного общества благодаря сознанию Кришны. One who is a devotee of Krishna will develop all the good qualities. Ибо преданный Кришне развивает все хорошие качества. All of the demigods will bestow their blessings on that person who worships, who takes shelter of Lord Krishna. Все полубоги будут осыпать благословениями того, кто поклоняется Кришне. Яшьясти бхактир бхагавати акинчана сарвайар гунайстатра самасей сураха. Арава бхакта шья кто махаргана манорятина сати бхагатобани. One who is a devotee has all the good qualities. Здесь говорится, что тот, кто является преданным Кришне, развивает в себе все хорошие качества. But one who is not a devotee, even though he may be very expert in maintaining his family or even practicing the mystic yoga process, he will always be struggling with the modes of nature. Но напротив, тот, кто не является преданным Кришне, даже если он большой специалист в поддержании своей семьи или занимается мистической йогой, все равно ему придется бороться с качествами материальной природы. So the scriptures are full of examples of sinful people, how they became devotees, like Magrari the hunter. И Писания полны примеров того, как даже очень греховные люди становились преданными, например, охотник Мригари. And then Ajamila was a sinful man, but again he saved himself before the end of life.
Или Аджамила, который был очень греховным, но он спас себя в самом конце жизни. Haridas Thakur saved a prostitute, brought a prostitute to Krishna consciousness. Или Haridas Thakur, который проститутку обратил в сознание Кришны. There are many examples of how people with very bad habits, how they were transformed. Много таких примеров, как люди, имеющие очень дурные привычки, полностью менялись. So, we have, you know, the Krishna conscious program can, when we follow it properly, then the sinful activities cannot take place. Итак, если мы правильно действуем в сознании Кришны, то греховная деятельность не может у нас проявляться. Where there is Krishna, there is no Maya. Там, где есть Кришна, там Майи нет. Почему Кришна позволил быть убитым пятерым сыновьям Драупади? То есть они не были преданными? Почему он не защитил их? Они родились в семье Джуны. А Парикшита защитил? Why Krishna allowed to, his five sons of Draupadi being killed? Because we are, should be devotees, and Krishna must protect his devotees. And for example, Parikshit was saved by Krishna. Well, why is so unfair? Well, just like Abhimanyu, why didn't Krishna save Abhimanyu? Why did Krishna allow Abhimanyu to be killed in the battle of Kurukshetra? А Абхиманию почему Кришна позволил убить на Курукшетре? Also, it's described in other places in Mahabharata that Abhimanyu, in previous life, he was the son of the sun god, and he had come to take part in Krishna's pastimes. But the sun god wanted his son back quickly. He didn't want his son to stay a long time. So it was arranged like that he would come for some time, take part, and then he would leave, go back to his father. Об Абхиманию описано в Махабхарате, что он в прошлой жизни был сыном солнца, и он тоже хотел принять участие в играх Кришны на земле, но сам Бог Солнца как бы не хотел, чтобы это долго продолжалось там, и поэтому так все было организовано, что он пришел, быстренько там поучаствовал и вернулся назад быстро. So just like the sons of Devaki and Vasudeva, why didn't Krishna save them? Why did they all have to get? There was some curse. There was some reason why they had to. So in the same way with the sons of Draupadi. Так же как и сыновья Васудевы и Деваки в тюрьме, шесть их было убито. Почему вроде бы это же дети таких преданных возвышенных? Была на это причина определенная. Их проклятие в прошлом сказывалось. И точно так же была причина на это вот с сыновьями Драупади. Таков был план Кришны на них. We don't know exactly who they were, what was the cause, but. Я сейчас не могу сказать, кто они были, какова причина это конкретно, но она есть, безусловно. Krishna wants someone to live, no one can kill them. Ибо если Кришна хочет, чтобы кто-то жил, его никто не может убить. A devotee, we have to surrender to the plan of the Lord. И как преданные мы должны предаваться плану Господа, принимать его. For the body, there's death, but for the soul, there's no death. И в конце концов, это только для тела смерть, а для души-то смерти нет. Devotee laments neither for the living nor the dead. А преданные не скорбят ни о живых, ни о мертвых. There's no death for the soul. They'll take birth in some other place. Телах имеется в виду. Поэтому для души-то смерти нет, она дальше идет. But the body is temporary. Но тело в любом случае временно. Devotee accepts. We don't say why Krishna did this, why Krishna allowed that. Well, it's Krishna's plan. We have to accept. We surrender to Krishna's plan. А вообще преданные так не говорят, почему Кришна так сделал, почему так поступил.
Нет, это же его план. Если он так делает, значит, он считает так нужным, и мы должны это принимать. He comes to this world to give all of us a chance to come to Krishna consciousness. Он приходит в этот мир как раз вот с этой целью, чтобы дать всем шанс стать сознающими Кришну, то есть принимать его, какой он есть, с его всеми планами. We have to become very serious, very, very determined to get out of this material world. И мы должны стать очень серьезными, решительными, чтобы выбраться из этого мира. Any other question? Еще вопросы есть? Yeah. Ну, правильно думать, что если все, что происходит, это происходит для того, чтобы мы осознали свое положение вечной души и вернулись обратно в духовный мир. И поэтому задавать вопросы, что и почему так происходит, это просто игры Господа, которые направлены на наше самосознание. So is it correct to think that everything what is going happen with us, it's arranged by Krishna, and purpose of this is to help us to come back to Godhead? Yes. Да, правильно. It's arranged by Krishna, but at the same time we also have to endeavor. It's not that we just sit back and let Krishna do it. И в то же время это не значит, что мы при этом вот сидим, как говорится, ничего не делаем, а Кришна все вот в нашей жизни устраивает. Нет, мы должны прилагать какие-то усилия также. There's two things to be considered. Ибо Krishna's plan and our effort, our endeavor. Ибо есть две вещи всегда, которые нужно рассматривать. Это план Кришны на нас и наши усилия. Mother Yashoda was always trying to tie up Krishna, but she was always two fingers too short. The rope was never enough. Вот мама Яшода пыталась связать Кришну, но всегда ей не хватало веревки на длину двух пальцев. She was just too short, two fingers. These two fingers represent one finger is Krishna's mercy. And the other is our sadhana. И эти два длина двух пальцев, она символизирует милость Кришны и нашу садхану. So both these things are required. Krishna has his arrangements, and we also have to play our part. We have to make some effort. Поэтому нужно рассматривать две вещи одновременно: план Кришны на нас и наши усилия в следовании этому плану. So God helps those who help themselves. Поэтому говорится, что Бог помогает тому, кто сам себе помогает. And Srila Prabhupada said, if you want to help yourself, then surrender to Krishna. И поэтому Прабхупада говорит, если хотите себе помочь, то предайтесь Кришне. And so surrender to Krishna requires that we, you know, we use our intelligence. Some things are good for Krishna consciousness, and some things are not. Предание Кришне предполагает использование разума. То есть мы должны видеть, что благоприятно для предания Кришне, а что нет. Not that we can just do anything and just depend on mercy. Не так, что мы можем делать все, что хотим, и зависеть только от милости Кришны. Мы тоже должны быть осторожными, осознанными. Нужно использовать свой разум в том, чтобы понять, как же нам служить Кришне. Ну, очень часто говорится, повторяйте Харе Кришна, ну и все само собой произойдет. И вот этого понимания, что нужно еще и усилия прилагать, и может быть немалое, потому что сознание Кришны — это не дешевая вещь, да? И чем больше мы прилагаем усилий,
сознательных, чем быстрее будет это происходить, а не просто так, растягивается там на десятилетия. So, basically, conform this, that we should make some endeavors, not just chant Hare Krishna, and Krishna will arrange everything. Okay. Да. Chanting Hare Krishna is very important. Да, повторение Hare Krishna очень важно. If you're chanting Hare Krishna, that's also our endeavor, that's making an effort. Но именно вот это сознание, повторение Хари Кришна относится к этой области на приложения наших усилий. We have to do chanting with quality. То есть нужно качественно воспевать. This is sadhana. Это является нашей садханой. Может, Махарадж, можешь мне поделиться каким-то, тем, что в его именно опыте, практике повторения Хари Кришна больше всего произвело эффект улучшения воспевания? Could you kindly share with us what is your personal experience? What is improve? What is make to improve your chanting of Hare Krishna? Means what happened that after this your chanting is become better? Yeah, more chanting. Это еще больше воспевания. То есть, когда воспеваешь больше, это улучшает воспевание. Loud chanting. Громкое воспевание. Chanting in the association of devotees. Воспевание в обществе преданных. Chanting in the morning hours. Воспевание в утренние часы. And also hearing philosophy helps us to chant better, getting better, more knowledge, understanding this Sambandha Gyan. А также понимание философии, понимание Самбандха Гьяны также улучшает воспевание. And kirtan also helps us to improve our chanting. Киртан тоже помогает нам улучшать наше воспевание. So all of these different devotional activities, they will all help us to develop more taste for the holy name. Все вот эти различные виды преданного служения помогают нам развивать вкус к святому имени. Yeah? Получается, что вот то, что сейчас перечислил Махарадж, это и есть наше усилие служения Кришне. Ну так к предыдущему, да, вопросу. То есть помимо повторения сознания Хари Кришна мантры, да, просто нужно прилагать усилия. Так вот в чем это выражается конкретно? Да? So it means all what you how to say listed now, it's considered like this endeavor about which you mentioned previously. This is our endeavors to try to follow all these things which you listed. Yeah, of course. I mean, we may not be able to do all of the things, but try. Да, так есть. Может быть, вы чему-то из этого и не способны следовать, но вы, по крайней мере, стараетесь. According to our own situation, and different people have different, living in household life is a bit different from living in a brahmachari ashram. Разные ситуации у разных людей. Например, жить семейной жизнью внешне отличается от жизни брахмачари вашими. It's not hard and fast, you have to do this, No, you have to consider everyone's individual situation. То есть нет такого, вот только так мы должны делать, ибо ситуации могут быть разными. Somebody has a job, they have to work. У кого-то работа, ему надо на работу ходить. Somebody else has a family, they have to take care of their family. Семья у кого-то, о ней нужно заботиться. So you have to consider everything, be practical. То есть будьте практичными, все принимайте во внимание. Вы вот говорили громкое воспевание там туда-сюда, вот это в последнее время, как в Туласе поем, допустим, да, когда ходит это, я не конечно попаю, меня что-то начинает распирать, и тут Деваши Романи меня в бок тычет, говорит, Туласе хочет потихонечку типа петь.
А я знаю, что в храме там ну, громкое воспевание, когда обходят даже когда с цимбалами. Можно так перевести? Громко, Петри, тихо. Ну, а что сказать? Что... Ну, я не знаю, что, как ходить так сказать. Когда он громко поет, слово «туз» и громче начинает, то Делшрам не говорит тихо. Тихо. Ну, просто это, ну, типа... А в храме громко поют. Ну, громко петь яникани или тихо? Вообще, туласи. Туласи вообще, да, громко, да, петь или тихо? Да. А some devotees have different opinion that we should chant Tulsi Puja more quietly because in order to not disturb Tulsi Devi. But some devotees want to be ecstatic and chanting more loudly for Tulsi. What is the proper way? Well, proper way is with devotion. Правильно петь с преданностью. So Tulsi does not consider whether it's loud or quiet. She considers the devotion. То есть Tulsi интересуется не громкостью вашего голоса, а преданностью вашей. You have to worship Tulsi with love. То есть Tulsi нужно поклоняться с любовью. It's not loud or soft, which pleases her, but it's a devotion. Не так, что ее удовлетворяет либо громкое, либо тихое воспевание, но ей приносит удовольствие и преданность. Можно еще? А вчера, по стирашчему стиху, когда Кришна там, в принципе, он вынудил Арджуну, чтобы тот склонил перед ним голову и признал его учителя. Но многие преданные хотят стать наставниками, слушая мои наставления там туда-сюда, и когда не видишь в них качества наставлений. Следовательно, понимать наставление. Да, кто им вдохновлен? Не обладает качествами, которые Но официально он не является наставником, узаконенным, законным местом. No kind of regarding yesterday subject matters, but in case of Krishna and Arjuna, it was kind of nature. Arjuna became a disciple of Krishna naturally. He voluntarily accepted Krishna's teacher. Не полностью, не примет его совершенство, его авторитет, когда человек подходит, например, я вот тебе даю наставление, ты должен так делать. И когда, например, ты старшему преданному отказываешься, ты говоришь, я вот буду по-своему делать сюда. Насколько если я был полномочен, в бане самый последний пойдешь или что-то. Там у нас такие вещи вы делаете. And similarly, in ISKCON, should we voluntarily follow some authorities' instructions, or because sometimes somebody wants to be authority and wants to give us some instructions, but we don't really accept the authority and become kind of contradictory, that we don't accept him as authority, but he wants to give us different instructions, like this. Well, we do require authorities. There has to be somebody in charge. There has to be somebody taking the position of a manager and organizing things. В любом случае будет кто-то
выполнять такую роль авторитета, менеджера, чтобы что-то происходило. И мы должны его в любом случае принимать, вот нравится нам или не нравится. And we're encouraged to be humble in our dealings with devotees. И как нам вообще лучше всего быть смиренными во взаимоотношениях с преданными. We should think that these other devotees, they do more than, they're doing better than me, they know more than me. I should try to cooperate with them. И мы должны думать, вот этот преданный, который выполняет служение такого авторитета, он лучше, все равно лучше меня делает что-то, и лучше меня знает, и лучше мне с ним сотрудничать. No, somebody tells you to do something, and they tell you to do it. Yeah, we should do it. Take the, you know, just be the humble servant. Lord Chaitanya teaches us to be the servant of the servant of the servant. Если кто-то подходит к нам и просит нас что-то сделать, лучше всего это смиренно сделать, ибо Господь Чайтанья учит нас тому, чтобы стать слугой, слуги и слуги. And if they're telling us to do something which is not right, then, yeah, but if we do it, it's not really our fault, because they told us to do it. Но если он нам сказал сделать что-то, что не является правильным, то даже если мы сделаем, то это не будет нашим недостатком, то есть реакции мы не получим, ибо это он сказал нам сделать. But there has to be some people taking the responsibility to organize things and to look after everything. Otherwise, everything will become a mess. Но в любом случае будет кто-то, кто возьмет на себя ответственность за вот всю организацию всего, чтобы все происходило. Ибо если вообще не будет таких людей, то все будет просто, все остановится. Ну, это понятно. А если духовное наставление, то кто-то изучает? Он имеет в виду, знаете, что если он не хочет идти в баню, а ему говорят, ты пойдешь в баню, то можно отказаться или должен выполнить. Если кто-то духовное наставление дает, он пытается быть духовным наставлением. But he can mean that what about spiritual instruction? You describe more. Well, like you need to have somebody guide you spiritually. You need to have somebody who is looking after you, who is teaching you how to chant, who is trying to look after you. То же самое относится и вот к духовным наставлениям. Кто-то в любом случае, вот кто-то должен быть, кто будет смотреть, как вы развиваетесь духовно, как повторяете Хари Кришна, и все остальное. So you feel one person, this person is not qualified. So you don't need to say anything to him, but you know, you don't have to get upset that he's trying to give you instruction. И вот если кто-то, как вы думаете, не квалифицирован, чтобы давать вам наставление, вам не обязательно говорить ему об этом, что вот не квалифицирован, что я так тебя принимаю. Вы просто видите, что он пытается вам помочь, но вы не обязаны следовать тому, что вам говорят эти люди. Но вы при этом видите, что вам пытаются. Я про это и говорю, потому что типа я знаю, что греховный типа ничего это и здесь, но все равно у меня как бы маленький шажок деградации типа происходит тогда. Но если я буду выполнять эти наставления. Если будете выполнять? Да. Это вы так думаете? Да, ну типа я так думаю, что допустим я греховных такое это последствий не имею, но маленький шажок деградации будет это. Если следуете наставлению, вот, да, которое вам духовно пытаются дать, да? Духовно. My concern with it looks like that I will degrade myself if I will follow some improper spiritual instruction from others. Well, that's your choice. You have to know who to follow. You have your free will. You can decide for yourself who you're going to follow for your spiritual guidance. Ну, поэтому да, это относится к сфере вашего личного выбора и ответственности. Вы сами должны решать, кому в духовном отношении вы будете следовать, за кем,
каким, чьим наставлением, а за кем нет. At least you should appreciate that somebody is caring about you, somebody is thinking about you. Но как минимум вот в этой ситуации хорошее то, что вы видите, что по крайней мере кто-то пытается о вас заботиться, даже если он как бы не попадает. Sometimes devotees complain, nobody cares about me, nobody ever helps me, nobody ever offers any guidance. Иногда преданные и на это жалуются, они говорят, что обо мне вообще никто не заботится, никто мне никакого руководства не предоставляет, никому до меня нет дела, я совсем один. And other times you get people like you, other times you know people say, well, I don't trust his guidance. А другой вот случай, это как у вас, о человеке заботятся, но вы говорите, а мне, я не доверяю вот этим руководителям. We have to have guidance from somewhere. Но так или иначе, откуда-то руководство мы должны получать. We're all guided by, we all have to be guided by someone. Ибо мы все должны быть кем-то руководимы. So it's difficult sometimes to please everyone or to satisfy. Трудно порой удовлетворить всех преданных, сделать их всех довольными. You know, you may not trust somebody. You may feel this person is not qualified to guide you. Вы можете кому-то не доверять, можете чувствовать, что вот он недостаточно квалифицирован, чтобы меня вести. Anyway, you have your free will. You have our movement is arranged like that, that everyone can decide for themselves who they want to be their spiritual teacher and when they want to take initiation. И вот так и устроено наше общество, так и должно быть, что вы сами решаете для себя, чьи наставления вы принимаете и когда вы хотите получить посвящение. There's no force. Никакого нет принуждения ни к чему. То есть есть свобода выбора. Вот, да, красиво это сделано. Он что-то принудил Арджуну, выбрать его учителя. В смысле, без доброй воли Арджуны? Нет, что он же мог сказать, давай я буду тобой руководить, там туда-сюда, слушайся меня и... Но Арджуна же сам его принял, добровольно. Арджуна. Добровольно. Ну да, Арджуна принял его сам. Он говорит, что Кришна навязан. Очень умело... Подвел его к этому, он, ну типа, это имеет в виду, что он его стал просить его, что Кришна... So him that, but in Arjuna's and Krishna's case, it was ideal. Arjuna voluntarily accept Krishna as guide. Yeah. Mm-hmm. But Krishna didn't impose himself like I want to be your teacher. He didn't. Arjuna surrendered to Krishna. Arjuna предался Кришне. Arjuna asked Krishna. Он сам попросил его, пожалуйста, наставляй меня. I need your guidance. Мне нужно твое руководство. I'm confused about my duty. Я вот не знаю, в чем мой долг. Arjuna understood, he had problems. То есть Арджуна понимал, он попал в проблему у него. And he had the faith and confidence in Krishna. И у него была вера и доверие Кришне. So he asked Krishna, yeah, Krishna didn't offer, Krishna didn't say, I'll be your guru, no, it was Arjuna requested him. И Кришна как раз не говорил, вот я буду твой гуру. Наоборот, сам Арджуна выбрал его. Я про то же говорю. Yeah, this is my point, but this is ideal situation. Yeah. Да. But sometimes, you know, for the sake of helping somebody, somebody is compassionate on another person, and they offer some guidance. Но иногда, да, бывает по-другому, как бы с другой стороны, что кто-то испытывает сострадание к человеку и пытается ему вот помочь, давать наставления какие-то. Ну,
самое главное желание ученика, типа, желание учителя научить. So main consideration is desire of shishya or not desire of a teacher to give guidance. Well, it's if you want shiksha, if you want instruction, that is also teaching. What do you mean? If you want to, he's a desire shiksha, not teacher. No, I mean, he said in this situation, shiksha and teacher, main point with shiksha want instruction. The sake of instructions. The person wants instruction. She must be desire for guidance, but not that somebody wants to instruct somebody. Yeah, but the fact that people come, that you come for the program, it indicates that we want some guidance. Ну да, но в то же время то, что вы вообще вот здесь находитесь, как бы в любого рода функционировании нашего общества, то есть вы уже приходите на программу, это уже подразумевает, что вы хотите наставления, иначе что вы здесь делаете? Вы хотите какого-то руководства. Taking part in activities, you're hearing, attending the program, it indicates that you know that you're eager to get some guidance. Вы же приходите на программы разного рода наши, и это указывает само по себе, что вам хочется, чтобы вас ввели в духовной жизни. Кто-то вам помогал, чтобы? So the guidance may come indirectly. For example, I'm speaking. I'm not speaking to any one person. I'm speaking to the audience, everyone. И эти наставления руководство могут приходить разными способами. Например, вот сейчас я даю лекцию, я не конкретно кому-то говорю из вас, а всем вам как аудитории общее наставление. Somebody comes and speaks to you directly, just to you individually, privately, then that is a little different situation. А может быть вот так в личное такое более общение, когда конкретно вам кто-то дает наставление? But we should appreciate that somebody cares about me, somebody is kind enough to offer me some guidance. И в любом случае мы должны ценить фактически и то, и другое, что кто-то заботится обо мне, кто-то пытается мне помочь. You may feel they're not very qualified, you're not very eager to take their instruction, but at least thank them, they're very kind of you to be concerned about me. И вы можете чувствовать, что может этот человек и не квалифицирован меня вести, но тем не менее я благодарен ему, что он пытается мне помогать. Yeah. You don't have to follow their instructions. И вы не обязаны следовать его наставлениям, но при этом цените его само. But at least we can appreciate that you know, thank you very much, very kind of you. То есть вы как бы благодарите его за это. Большое спасибо, вы очень добры ко мне. Но сами решаете, следовать этому или нет. Any questions on Skype? По Скайпу есть вопросы? No, I don't think anybody's on Skype today. Only maybe one or something. Там есть вообще кто-то? Надо посмотреть, потому что у меня с телефона не видно. I cannot see in my phone. Yeah, one person. Maybe. Okay. So Srimad Bhagavatam ki. John. Джан. Высвятейшина Симха Махарадж Ки. Джан. На Паледасе. Паледасе. Палья. Палья. Воспалья. Пойду на ногу.